Приветствую тебя, дорогой зритель. Да, это тот самый iMac, у которого проблема была с памятью, с предыдущего видео. Ну, кто видео это смотрит первый, кому оно, кто хочет посмотреть именно изначально, когда мы диагностику проводили, я ссылку оставлю в описании. В общем, у нас iMac 21, late 2012 года, с битой памятью. То есть нам дали добро, дали возможность его сделать апгрейд и заменить память. Вот, поставим мы Samsung EVO 870 на 1 терабайт вместо основного жесткого диска, или жесткий диск там в порядке, его будут использовать, ну, просто как через переходник, как внешний диск для хранения фотографий и тому подобного. Вот, ну, в общем, давайте приступим. А начнем мы сразу с разбора, то есть сразу будем его разбирать. Все, что нам осталось. Вот такой вот нужен будет инструмент. Или вот такой вот. Ну, в общем, вы поняли. Нам цель наша — область камеры. То есть отсюда просовываем и вырезаем. Срезаем родной скотч справа и слева. Аккуратно открываем дисплей. Потом тянем на себя. Помните, это 12-й год. Там в нижней части проклейка, она такая слабая. Поэтому как мы будем это делать? Вот так вот. И удерживать. Потом подлазим рукой, снимаем первый шлейф подсветки дисплея, а второй отстегиваем фиксатор и извлекаем его. Все, теперь просто дисплей, видите, здесь нет полосок, он просто отпадает на две части. 2012 года именно такой был. А уже с 2013 по-другому. Пыльный, однако. iMac-то, у которого память шалит. Начинаем с чистки. Как обычно, помпа, малярная кисточка. Вот, скоро я, наверное, перестану уже подобные части делать. Ну, с пылью. Или, может, буду делать, не знаю. Уже пылесосить, а то приходится каску одевать. Все зачищаем, не забываем про воздуховоды с нижней стороны, потому что через них всасывается воздух в iMac и выдувается одним кулером. Вообще регулярно чистить рекомендуется один раз в 2-3 года iMac. Они достаточно хорошо забиваются, особенно радиатор, и уже потом он плохо охлаждается, может выйти из строя, видеочип чаще всего он подвержен. Это первичная продувка, потом еще будет вторичная после разборки. Перед разборкой нужно будет отклеить старый скотч, который остался в нижней части. У нас там будет, если я не ошибаюсь, 5 винтов, и центральный он укороченный. Просто запоминаем это. Выкручиваем и при помощи бокового пинцета извлекаем, убираем в сторону. Используется фигурная отвертка 0,2 мм, или как она, PH00 называется, но это не точно, не помню, надо будет посмотреть и запомнить. Потом берем отвертку Т10 и выкручиваем винты правого-левого динамика, при помощи бокового пинцета отстегиваем антенные кабели модуля Wi-Fi. Как вы видели, сейчас кулер, он уже забитый, то есть радиатор был забитый, хоть я его и продувал, но достаточно не продулся. Все, снимаем старый жесткий диск. Затем выкручиваем винт на салазках, отстегиваем шлейф, выкручиваем два винта блока питания, подлазим пальчиком, отстегиваем фиксатор и отстегиваем два шлейфа, широкий и силовой. Все, убираем в сторону. Теперь на радиаторе охлаждения отверткой Т7 или либо Т8 выкручиваем 4 винта, а потом 4 винта на материнской плате. И отстегиваем остальные все шлифа, чтобы не мешали. Салазки с жестким диском можно снять и так извлечь. Готово. Вот теперь вторичная чистка. Все, зачищаем воздуханы как следует. Ну и на матрице тоже пыль сгоняем. Давайте сейчас сразу и память отметим. Ну, то есть я сразу ее вот так вот помечу, что она нерабочая. Крестик сделаю, извлеку.
Сейчас я эту память вставлю в свой MacBook 2012 года. И на ней перепроверю память. Ну, нам надо, нам надо будет понять, что это у нас действительно проблема в памяти, или же в процессоре, либо еще где-то на мосту, что он дает ошибку памяти. Потому что память, как вы сами знаете, ну, редко выходит из строя. То есть, можно сказать, почти она неубиваемая. Вот. Здесь я сразу ставлю свою память, тоже две планки по 4 гигабайта, 1601 DDR3, обыкновенная, не низковольтная, то есть у 12 года стоит обыкновенная память, но можно, конечно, и низковольтную поставить. Вот. Теперь можно будет сейчас обслужить, почистить, очистить старую термопасту и нанести свежую. Затем берем отвертку Т7 и выкручиваем винты радиатора охлаждения. Вот, немножко снес гимбал. Потом переворачиваем с обратной стороны, убираем пломбы. Отверткой Т10 по диагонали выкручиваем винты. Нужно будет аккуратно придерживать радиатор. Можно это делать на весу. Ну, закручивать точно на весу. Все, процессор, как обычно, у нас остается в радиаторе. Сдвигаем, убираем его в сторону. Теперь берем старую зубную щетку и аккуратно счищаем пересохшую термопасту с видеочипа. Затем то же самое делаем с процессором. И далее уже с радиатора охлаждения. Термопаста уже давно превратилась в песок у него. Ну и, соответственно, шел перегрев. Плюс еще радиатор был достаточно забит. Ватный диск смачиваем в спирту и обезжириваем поверхности видеочипа, процессора и радиатора охлаждения. Все. Термопасту будем использовать Arctic MX4. Обязательно перед нанесением нужно размешать, либо размешать аккуратно специальной лопаткой прямо на кристалле. Ну и размазываем ее по всей поверхности равномерным слоем, не толстым, а тонким слоем будет достаточно. Все. Самое сложное, конечно, это обратно, когда будем прикручивать радиатор. Нужно это делать, удерживая процессор на весу. Чистим контактную группу процессора, нижнюю часть спирту. Все. На весу будем закручивать. То есть вот так на край ставим. Железку позиционер вставляем с нижней стороны, а сверху кладем радиатор. Убедились, что все хорошо. Начинаем прикручивать слегка винты дискретные видеокарты. Потом с обратной стороны возвращаем натяжитель и по диагонали закручиваем винты. Вот видите, я на весу это делаю. То есть я не кладу это на столе. Показываю именно вам, что это делается на весу. Вот, я вставил эту нашу память, битую с данного iMac, вот, свой MacBook 2012 года, просто для проверки. Видите, уже 103 ошибок, то есть пока я менял пасту, термопасту на нашей плате, он уже ошибки. Это значит, что можно смело сейчас собирать, и у нас действительно битая память оказалась. А это значит, что я правильно в первом видео продиагностировал. Обратная сборка в корпус. Корпус уже продут, почищен. Подключаем наши салазки, SATA дата, SATA питание. Вставляем материнскую плату, позиционируем, все проверяем, чтобы у нас все сошлось, все поправляем. Для того, чтобы точно ее выставить, спозиционировать с обратной стороны, нужно будет, ну, в самый центральный USB порт подключить любое USB устройство, флешку, кабель, ну, абсолютно любое. Все. И потом уже закручивать остальные все винты. То есть в обратном порядке, как мы все это дело разбирали. Подключать все шлифа. Не забываем все подключить. Все шлейфики, особенно антенны кабеля Wi-Fi, иначе у нас Wi-Fi нет Wi-Fi. Все, почти готово. Возвращаем блок питания, подключаем силовой кабель, широкий кабель до фиксатора, подворачиваем провода,
ну точнее шлейф, широкий шлейф, который от блока идет на материнскую плату со внутренней стороны под материнскую плату, просто пальчиком закручиваем. Вот, и прикручиваем винты. Винты Т10. Не забываем, что у нас винты кулера охлаждения немного длиннее, чем те, которые крепятся динамики. Мы подошли к интересному на ответ к самому апгрейду. Так. Вот что достаем. Тут-тут-тут. Отклеиваем. Старый жесткий диск. Наверное, разницы нет, с какой стороны. Где перед, где зад. Он двухсторонний, и перед, и зад одинаковый. Как у той в машине в фильме. А? Все, теперь вставляем сюда. Раньше времени закрутил я этот динамик левый. Теперь сложно будет вставлять, хотя нет, сейчас попробуем, может дотянемся, аккуратненько дотянемся. Давай, куда убегаешь? Почти дотянулся. Сейчас. Сам создал себе трудности. О, все, дотянулся. Все, вставили, все. Теперь продолжаем дальше сборку. Ну и вот еще хочу показать, какой он был забитый. Ну, часть, это, конечно, отвалилась. То, что выдалось, то, что не выдалось. Это сейчас тоже будем чистить. Окей! Все, кулер почистили, теперь нижнюю планку перегородку возвращаем обратно в корпус. Используйте боковой пинцет для того, чтобы позиционировать, а то иногда прикручиваешь, оно просто вовнутрь корпуса уходит и не закручивается на винтики. Все, закрутили, готово. Так, далее нужно будет вернуть дисплей, пока что мы его подстрахуем бумажным скотчем по краям и сверху одним. Подключаем мышку, клавиатуру, питание подаем, загружаемся со внешнего SSD. Если кому интересно, как создать такой внешний диск для работы или для выездного мастера, пишите в комментариях. Ну вот, все, диск у нас инициализировался, ну то есть просит инициализироваться. Давайте-ка посмотрим. Что-то здесь не так. Почему-то работает в аварийном режиме, а потому что стоят постоянные обороты. Ну все, я уже просто перепугался. Думаю, почему на полных оборотах все. Так, ладно, идем дальше. Вот он наш SSD. Нажимаем стереть. Macintosh SSD. Называем его. Нажимаем стереть. То есть оставляем все как есть. Схема разделов GUID. Все, нажимаем готово. Так, дата что-то 28 апреля 2021 года. Правильно, мы же ставили Каталину в предыдущем видео. Вот, поэтому мы заново будем ставить Каталину, но уже на SSD. Все, пусть на высоких оборотах работает, потому что сейчас жара поднялась, у нас 30 градусов. То сперва не было весны, то сразу жарище. Так, сюда, сюда. Пароль текущей системы. Все, можно идти смело погулять какое-то время, а потом вернуться где-то минут через 15, уже система переустановится. Ну все, 15 минут и система встала. Память стоит, ну, которую мы поставили. Проблем нет, все прекрасно работает. Даже стрим включился с первого раза. Вот сейчас мы его проверим. Вот, SATA, SATA Express, сюда, поддержка Trim. Да. Так что все у нас хорошо.
Все, осталось переклеить дисплей, ну и остальное уже донастроить уже там за кадром. Сейчас замерим скорость перед поклейкой. Уже и осталось еще данные выгрузить, там данных много. Гигабайт 400, если не ошибаюсь. Все, все, скорости соответствуют, то есть он, можно сказать, в 3 раза стал быстрее. Если не больше. Так, выключаем наш компьютер. Нужно будет готовить к переклейке. А тем временем его родная память у меня сейчас в MacBook'е проверяется. Давайте посмотрим, сколько уже ошибок нашло. 482. Ну, то есть и в конце видео мы еще раз посмотрим, сколько ошибок тест найдет. А мы продолжаем, все обесточиваем, все выключаем, убираем подстраховочный шлейф, систему поставили, все идеально встало, без всяких проблем. Теперь удаляем старый заводской скотч, вместо него мы будем лепить заводской тоже, но от 13 и выше модели, потому что 12, ну в принципе 13 он везде подходит. Вот. То же самое нужно будет аккуратно удалить остатки скотча с самой матрицы по всему периметру. Аккуратненько удаляем. Используйте ногти и просто скатывайте его. В дальнейшем нужно будет поверхности потом обезжирить, используя ватную палочку, либо ватный диск. Нижняя лента что-то прям плохо поддается к удалению. Вот, все, готово, сняли. Так, затем ватный диск смачиваем в спирту и проходимся по периметру корпуса iMac. То есть нужно будет все зачистить для того, чтобы наш скотч хорошо приклеился. А использовать мы будем оригинальный ремкомплектный скотч. Видите? Вот так вот ленточками он идет. Сейчас будем его наклеивать. И будем наклеивать именно стоя нашу матрицу. Если вдруг нет ремкомплектного скотча оригинального, можно будет использовать 3М ленту 5 мм шириной, полупрозрачный, бумажный. Но нужно будет друг на друга по всему периметру именно в 3 слоя проклеивать данным скотчем, для того, чтобы дисплей очень крепко держался. И желательно вот в таком стоячем положении. Если приклеивать, особенно на 27-м, в лежачем положении, будет так, что дисплей плохо ляжет, и он будет даже издавать звуки. Потому что когда будет матрица где-то расширяться, будет как бы отклеиваться, где-то сужаться. Вот. Это об этом мне написал один из подписчиков, ну то есть, потому что он другим способом клеил. А я клею именно в стоячем положении сразу, чтобы равномерно по уровню дисплей по уровню корпуса распределился. Просто имейте в виду, что матрица может гнуться, то есть, ну она гнется, вовнутрь как бы заваливается, вот. Поэтому лучше, конечно, так делать. Но смотрите, кому как удобно будет. Я наклеиваю так. Некоторые наклеивают на сам дисплей сперва эту ленту. Вот, на сам, ну, по периметру. На сам дисплей, потом к корпусу просто приклеивают. Ну, то есть по-другому. Теперь пришло время заклеивать дисплей. Так, время проклейки. Нижнюю часть мы сразу здесь отклеиваем. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Все. Сперва вот это снимаем. Потом остальное. То есть нам нужно будет подключить, подать питание, проверить, что у нас все ли шлейфы подключены. Также смотрим окуляр камеры, чтобы не было никаких ворсинок, пылинок. Все, окуляр камеры чистый.
Если он уже запачкался, то ватной палочкой, либо ватным диском мы вытираем. Теперь нужно будет прицелиться ровно-ровно. Ровно-ровно посадить дисплей, это еще та задача. Чтобы у нас ничего не выпирало. Опачки, не попал, не попал. О, здесь попал. А здесь тоже попал. Вроде попал. Все. Так. Теперь цепляем шлейф дисплея. Сперва, помните, да, он на фиксаторе? Матрицу держим аккуратно. То есть у меня фактически матрица на весу. То есть я ее снизу вверх держу. Потому что еще второй рукой нужно подстегивать разъемы. Вот теперь облокачиваем и смотрим. Вот так вот. Все, главное, чтобы ничего не выпирало. Теперь подаем питание. Питание подключили, теперь нужно будет проверить, ну то есть, чтобы у нас было изображение. Так, подсветка есть, сейчас увидим яблоко, если яблоко, все, увидели яблоко, теперь что делаем? Теперь проверяем окуляр камеры, здесь все нормально, отклеиваем остальные ленты. Так вот. Так вот. И вот так вот. Все. Нам нужно будет за центральную часть вот так вот приклеивать. Вот за центр. Все. То есть за центральную часть. Все. Углы у нас ровные. Отлично. А теперь проклеиваем, берем фибру и вот так вот проклеиваем. По периметру. Заодно и ляпы свои сейчас ототру. Все, дисплей заклеен. Надеюсь, это как раз то видео, когда мне, по-моему, Зина Дон написала, что там, ну, может, проблема с процессором, может, проблема еще с платой, может, да, она абсолютно права, может быть, но я показал, что проблема здесь именно с памятью. Хотя я с ней тоже согласен, такие случаи тоже бывают. Вот, на этом все. Ну, то есть, не все, я же забыл показать. Вот он наш, бедолага. Здесь уже 606 ошибок. Ладно, уже ладно. Сейчас принудительно его выключу. Давай уже отрубайся. Так, принудительно отрубил. Все равно память битая у нас. Это мой компьютер. Тестовый 2012 года, я там память тестирую, систему переустанавливаю, подготавливаю. Помните, мы же отмечали память, чтобы вопросов не было, что я другую память. Вот она, видите, маркированная маркером. Конечно, не повторяйте за мной, я забыл отстегнуть шлейф батареи. Лучше поздно, чем никогда, что вся работа на отстегнутом шлейфе батареи. А, одной рукой неудобно извлекать модуль. Сейчас еще сломаю. Уху. Потом восстанавливать придется. Все, вот вторая. Надо будет еще по одной проверить. Может быть, одна живая. Но, скорее всего, я просто так верну владелице эту память, которую вышел устроить. Может, обе битые.
Ну, на этом все. Благодарю за просмотр. Пишите, что думаете в комментариях под видео. Я читаю каждый комментарий, по возможности отвечаю. Но вы, конечно, заметили. Ну, это если кто из новеньких, а кто старенький, они уже прекрасно знают. Кот Барсик передает всем привет. Да, Барсик? Барсики? Ну-ка, привет передай. Что нужно сделать? Правильно, подписаться на канал, поставить лайк и по возможности сделать добровольный донат, чтобы на этот донат мы Басрику купили вкусняшек. Да, Басрики? Да, Басрики? Ай, умница он. Смотрите, как он старается. Умница. Ну, пока-пока. Увидимся в следующем видео.